Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска, двигатель 3.2 дизель, полный привод, коробка автомат, пробег у автомобиля 138 тысяч километров. Сегодня на этом автомобиле мы заменим масло в двигателе, а также фильтра салонный, воздушный, топливный и масляный. Поднимаем автомобиль, сливаем масло. Поднял автомобиль, снял защиту. Здесь у нас впереди поддона находится сливная пробка на 17. Откручиваем пробку. Ох, затянуто. Дизель. Масло чернющее, чернющее, как мазута. Сливаем. Все, масло стекло, закручиваем на место пробочку. Смоем старое масло. Меняем фильтр. Фильтр у нас находится с правой стороны, сзади возле коробки. Очень удобно к нему подобраться после того, как снимаем здесь защиту. Ставим под него тазик. И откручиваем. Протираем посадочное. Использовать фильтр будем фирмы Partsmal PBA 009. Вот он фильтр. Заливаем его масло. Объем фильтра большой, чтобы оно у нас сразу наполнилось маслом. Заливаем. Маслом будем использовать оригинальное. Номер его идет МЗ-320-757. Я здесь частично его наполнил, но добавляем еще, потому что оно впиталось.
под завязочку не наливаем. Еще впитывается хорошо. И при старте у нас давление масла поднимется практически моментально. Я даже покажу стрелку. Не стрелку, лампочку, как она погаснет. Вот, фильтр практически полный. Берем резиночку, я смазал, устанавливаем. Все, фильтр мы установили, опускаем автомобиль и заливаем масло в двигатель. Проверяем предварительно уровень. Вот здесь с правой стороны у нас две трубки. Первый щуп ближний к радиатору, это у нас идет двигателя. Второй щуп с защелкой, трубка, это у нас щуп коробки автомат. Залив 8 литров показывает полуровня, ну чуть больше полуровня, так как масляный фильтр у нас еще не полностью заполнен. У нас масло еще уйдет туда. Берем 1 литр и вливаем его. Литрушка идет такая же. Оригинальный номер ее идет МЗ-320-756. Литр выливаем целиком. Закрываем пробку, ставим на место щуп и запускаем. Поработаем, потом уровень замерим и уже выставим в чистую. Справа наша масленка. Сейчас посмотрим, как она погаснет. Все, никаких посторонних звуков в двигателе. Масленка погасла быстро. Проверяем снизу, чтобы не было никаких подтеков. Глушим. Стекает, когда у нас масло. Проверяем и выставляем уровень в чистую. Меняем воздушный фильтр. Меняем воздушный фильтр, находится спереди слева, снимаем разъем, хотя нам достаточно будет проводку с клипс отвести, разъем снимать не будем. Отщелкиваем фиксатор и поднимаем крышку. Фильтр грязный. Берем новый фильтр фирмы Портсмал. Номер его идет PAG-036.
Устанавливаем, заводим его на место. И защелкиваем фиксаторы. Ставим на место клипсы с проводки. Заменим салонный фильтр. Открываем бардачок. По бокам нажимаем. Здесь вот такие вот фиксаторы, они отходят из зацепления. Опускаем вниз бардачок. И вот она у нас крышка. Прикручена она здесь двумя саморезами. Сверху у нас здесь под крестовую отвертку. И снизу. А вот снизу почему-то под простую отвертку. Снимаем эту крышку. Эта крышка и есть корпус воздушного фильтра. Берем новый фильтр. Фильтр будем использовать фирмы Zekert и F3077K. К — это обозначение, что он у нас угольный. Устанавливаем на место фильтр. Здесь вот этот флажок у нас идет вверх. И закручиваем оба самореза. Закрываем бардачок. И идем меняем топливный фильтр. Отключаем разъем датчика, который у нас находится в нижней части фильтра. Открутим мы его уже после того, как снимем фильтр. Откручиваем фильтр. Для этого у меня есть вот такие вот переставные клещи. Снизу подставил тазик
чтобы солярка, которая побежит, стекала. Ну, много не будет, но немножко побежит. Берем новый фильтр фирмы Partsmal PCF003. По ВИКу он идет FC158. Тойотовский фильтр. Странно, но факт. Идет вот такой вот фильтр. В комплекте с фильтром идет резиновое кольцо. Вот такое вот резиновое кольцо. Это для датчика, который в фильтре стоит снизу. Мы его сразу меняем. Устанавливаем новое. И закручиваем фильтр. Открутился от руки. Также от руки и затягиваем его. Снимаем защитную пленку. И закручиваем. Закручиваем крепко, но опять же от руки, чтобы подсоса воздуха не было. Проводим на место датчик, проводку от датчика. И одеваем разъем. Здесь вот есть лягушка подкачки. Подкачиваем топливо. Все, не продавливается больше. Попробуем завести.
Все, подтекания топлива нет. Двигатель завелся и работает нормально, устойчиво. На этом все. Замену масла, масляного фильтра, воздушного, салонного и топливного фильтра мы закончили. Всего вам доброго!